Здравствуйте, вы на канале Clickbait TV. С вами, как всегда, я, и мы начинаем. На Питер обрушился сильный ураган. Ветер с дождем сносили крыши и деревья, но это не самое страшное. На этих кадрах мы видим, как на проходящих мимо людей внезапно начал падать огненный дождь. Что это было, природное явление или же мистика? По некоторым данным сообщается, что молния попала в металлическую конструкцию на крыше, вследствие чего и получился огненный дождь. Не уходя далеко от темы мистики, хотим отметить, что в стране появился некий магистр Колсон, обладающий колоссальной силой. Если вы захотите узнать о нем побольше, то переходите по ссылочке в правом верхнем углу. Но для начала, дабы ты не сомневался в моих магических способностях, я покажу тебе один невероятный фокус, который ты нигде не найдешь на просторах YouTube, потому что это заклинание знаю только я. Ведь я сам его придумал. Пик-пик-пик, склоп я склока, так же порный носок. Кыс-кыс-кыс, хочу жат, появляется кошат. Все мы немного маги, и ты в том числе. Позволь открою тайну. Тебе по силам сделать так, чтобы вода в твоих руках начала кипеть. Но мы-то с вами знаем, что это не более, чем монтаж. Что это за музыка? Что за музыка в студии? Ничего не... А? Монтаж, значит. Да нет, монтаж. Да, ладно. Сейчас я покажу тебе монтаж. Кто по комнате летает, всех с рассветом пробуждает. Крик, чириканье и гам, он всех будет по утрам. Так это же просто попугайчик. О. На город напал гигантский попугай. Спасайтесь, кто может. На Земле наконец-таки появился первый в мире аттракцион, предназначенный для насекомых. И это не может не радовать. Конечно же, новые аттракционы появляются и для людей. Недавно открылась новая горка, способная помочь раздеться вам в жаркую погоду. Удивительно, до чего дошел прогресс. В канадской сельской местности образовался так называемый веревочный торнадо. Выглядит потрясающе, но в то же время и пугающе. Мужчина похвастался своим добрым утром на природе, а вы тоже считаете, что доброе утро выглядит именно так?
Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Так и сделал аллигатор, проживающий во Флориде, но, к сожалению, дома никого не оказалось, и зверюшка осталась без утреннего кофе. Если за вами гонится медведь и вы решите залезть от него на дерево, то, возможно, это будет не самым лучшим вашим решением. Житель Колорадо предоставил нам возможность полюбоваться весьма завораживающим закатом. В сеть попало видео с самой настоящей Spider-Woman. Жуткий гул сирен, а по чертаниям города Колорадо проходит чудовищный торнадо. Истребитель, который участвовал в авиашоу, развалился прямо в воздухе на глазах у зрителей. Радует лишь одно, что самолет был не настоящий и никто не пострадал. Роберт, Виссал, Роберт Шурцкоп, на этом наш выпуск подходит к концу. С вами был, как всегда, я. До новых встреч!